Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своем канале «Есть поесть». Сегодня готовлю очень простое и при этом очень вкусное блюдо. Главными ингредиентами являются картофель и творог. Я буду жарить на сковороде в виде лепешек. Можно сделать также в виде оладиков. Или выложить массу в форму и запечь в духовке в виде запеканки. В общем, обязательно попробуйте, так как это блюдо будет вкусным в любом виде. Картофель я натру на мелкой терке, а луковицу на крупной. И теперь с овощей нужно отжать лишнюю жидкость. Оставшийся картофельный сок можно не выливать. На его основе получится отличное тесто для блинчиков. Добавляю творог, зелень, соль, 2 яйца и 2-3 столовые ложки муки. При желании сюда можно добавить любые специи или пропущенный через пресс чеснок. Выкладываю массу на разогретую сковороду с растительным маслом и распределяю. Обжариваю лепешки с двух сторон до готовности. Чтобы ускорить процесс, можно накрыть крышкой. Готовую лепешку выкладываю на тарелку с салфеткой, чтобы впиталось лишнее масло. Лепешки готовы. У меня получилось 3 штуки диаметром 21 сантиметр. Вы можете сделать их потолще или наоборот потоньше, как вам больше нравится. Подавать картофельно-творожные лепешки можно просто так, как самостоятельное блюдо. А также очень вкусно будет со сметаной или с обжаренным на масле луком. Можно к лепешкам подать любое мясное блюдо или овощной салат. Лепешки очень удобно брать с собой в качестве перекуса. В общем, обязательно приготовьте такие лепешки и напишите в комментарии свои впечатления. Спасибо всем, кто подписывается на мой канал, ставит лайки и пишет комментарии. А я желаю вам приятного аппетита! Готовьте с удовольствием. Встретимся в следующих видео.